Сейчас мы будем выбирать четвертого победителя. Четвертого победителя мы сейчас будем определять. Легкой руки Наты. Меня, девочки пишут. Подниматься? Ну, вот туда, вот вниз. А всех загрузили? Да. Сейчас в конце, поднимайся наверх. Сейчас, секунду. Итак, нас не всех загрузили. Не, они пропадают, интернет плохой. Поднимай наверх. Я хочу допустить связь, я довольна, куртка сильная. Блин, как я хочу эту девочку. Что надо делать, Миша? Я хочу, чтобы все выиграли на самом деле. Вообще, мне кажется, у этих всех людей уже есть эти лонгсливы. Давай. Она просто будет на одном и том же месте, девушка пишет. Видите, интернет пропадает. Интернет, да, пропадает. И надо все загрузить. На самом деле, девочки, слабый интернет, поэтому, видите, не все загружают сообщения. Ну, это чисто четвертое место, это чисто от нас. Поэтому, девочки, а? Третье тоже, да? Наверх почему не крутит, пишет девочка. Мы нервничаем. Кого ты выбрала? Не знаю. Это нечестно. Все, девочки, давайте стоп, говорите, и я делаю. Раз, два, три, стоп. Я не знаю, я не знаю, кого я сделала. Заходи. Давайте еще вот раз. Это, вот. Я не знаю, кто это. Ну, я не то, что не знаю, кто, я не двоих сделала. Так, раз, два, три, стоп. Участвую. Девочка М-Мар выиграла наш четвертый комплект от Stephanie Set. Ура! Да! Ты вообще представляешь, там нельзя участвовать. Все, девочки, конкурс. Конкурс закончен, девочки. Теперь мы будем регулярно проводить конкурсы, девочки. Извините, если кого-то обидели. На самом деле, очень нехороший интернет. Она не подписана. Девушка пишет, она не подписана. Нет, мы проверим обязательно. На самом деле, мы проверяли со странички подруги, поэтому... Кто не подписан? Подписано, что... Нет, девочки, мы просто разыгрываем... Подписана девочка, да. Это просто мы от телефона подруги делаем. Вот, покажи, что она подписана. Давай, покажем. Вот, девушка подписана, поэтому... А где же я это видела? Давай, это ее страница, да. Я зашла в подписана. Напиши девушке, что она выиграла. Девочки, спасибо вам всем за участие. Всех вас люблю, обнимаю. Обязательно еще проведем в ближайшем 14 февраля. Мы сделаем еще один конкурс.